the good girls you take out for dinner. Вроде бы нет. А, Ксения Смирнова. Ну, она чуть раньше вроде выходила. Ну, может быть, только сейчас запротоколировали там что-то. Лазарева, классно, и подала здорово. Но верно, тем не менее, повнимательнее тут же проверяют. Здорово, Лазарева атакует. Могла идти. Ну, странный момент, ладно. Сегодня мы много такого видели, а это Анна Лазарева, это как красиво. Раз. Вот действительно, когда ближе к блоку мяч подвинул. Ну, разыгралась, как Анна Лазарева. Просто... Стандартного. Предложили нам соперницы для начала матча. Очень хорошая передача. При таких доводках нельзя его игнорировать. Зачем блок? Вот, так разозлилась уже Лазарева. Снова смягчает, успевает. Вот такие передачи нужны для того, чтобы... И даже вот еще раньше можно было... мяч довести. Хорошо, вот идеально. Хорошо. Лазарева, Анна, ну, и собственно, все да. Просто, да, вот как и когда... Такой подход имеет это, право на жизнь, да. Это понятно. Это установка. Хотя мне кажется, что Лазарева все правильно сделала сейчас. Поэтому 50%. Ну, в этой партии все забило и с нуля до 50 сразу. Хорошо, блок обыгрываем, тут, конечно... Ну, пасть раньше, чем траектория вроде бы смотрится. Хороша атака Лазаревой. Все-таки не коснулась, Татьяна удержалась. Широкий мяч был. Так, а связующий-то у нас есть, во-первых? Евгения Старцева на своем месте. Сейчас как-то стараться. Все-таки блок у нас куда-то пропал. Да, жаль, что за такие комбинации 3 очка не дают. Или коэффициент за сложность, да, накинуть немножко. Первый темп обычный. Я думаю, что Огненович, связующая сборная Сербии, поступила бы абсолютно по-другому. Она бы не отдала Бошкович в этой ситуации. Но у нее есть радость. Но чтобы не друг за другом. Вот тут же Капустина справилась, хорошо довела. И оставили ее на передней линии, обратите.